Всем привет! Вы на канале Трантарансер, и сегодня мы приехали в Минске на мотор-шоу. Будем смотреть всякие машинки и садиться в них. Вот первая машинка, такая подарочная типа. Сейчас затестим первую китайскую машину. Я уже присел. Вот электрический низ. Посмотрите. От BMW избавляться как-то. О, а эта машина с домиком для меня. Палатка наверху. Это белорусский МАЗ, фургон. Рома, эту машину мы точно покупаем. Это мне подходит. Ладно, сейчас испытаем. Тут есть Тесла. Красивая. Это китайский автомобиль. Это машина к Xiaomi. Ваня, аккуратней, давай, Ваня. Мама,
редкая машина, высокий лотус. Обычно лотус низкий, так редкий, а вот высокий вообще. Это машина какая-то дырявая, пистолет, хуйн какой-то. Машина называется Пекин. Здесь стоят квадрики, а там стоят мотоциклы. Или гонки на игрушечных машинках. Самая маленькая машинка на выставке. Валера, смотри, какой огромный пожарный маск. Ух ты, красный. Ставьте лайк. Дирижабль тут летает какой-то. Это крутая китайская машина Voya. Вон там хавал. Вот хавал. Такую джили я еще не видел. И впереди марка 6 квадратиков нарисована.
Ну вот побывали мы на выставке машин. Рома посидел многим. Ну тут почти все китайские. Вот раскайкос. Ну есть и нормальные машины. Ну вот был такой день, мотор-шоу. И всем пока.